В Москве прошел заключительный этап международного конкурса детского и юношеского творчества «КТК талантливым детям». Он стал объединяющим культурным форумом. Самому конкурсу Каспийского трубопроводного консорциума в этом году исполнилось 25 лет. Как прошло юбилейное мероприятие, расскажем далее. Позади 4 этапа конкурса КТК «Талантливым детям» 2023. И вот на большой профессиональной сцене галоконцерт победителей региональных этапов из Астраханской области, Калмыкии, Ставропольского и Краснодарского краев. В едином творческом порыве к ним присоединились лауреаты конкурса «Жас-Талкын» из 4 областей Республики Казахстан. Всего в культурном форуме в Москве приняли участие около 300 человек. Это максимальное количество, которое у нас участвует. Так совпало, что как раз 25-й год и вот такое количество. В основе большого галоконцерта музыкальное шоу «Таинственный остров». В оригинальную концепцию театрального действа ловко плетены элементы знакомых с детства русских народных сказок. Там таинственный остров Буян, там шар-птицы живут. Вчерашних участников конкурса КТК «Талантливым детям» по уровню мастерства на сцене уже не отличишь от экспертов из профессионального жюри и актеров московских театров. Эти ребята, они молодцы, они все слышат, понимают, им нужна только практика. Это будущее, будущее нашей страны, будущее ваших сотрудники, вашего консорциума. А накануне гала-концерта победители региональных этапов конкурса вместе со своими наставниками приняли участие в мастер-классах. Юные музыканты астраханского ансамбля «The Color Brass» посетили занятия по игре на духовых инструментах. Мое представление о джазе поменялось. То есть я не знала до этого про джаз ничего. Сейчас я узнала много нового. Организована была для участников конкурса и обзорная экскурсия по заснеженной столице. Эмоции бьют через край, все замечательно. Для конкурса Каспийского трубопроводного консорциума этот год юбилейный. В 2023 он прошел в 25-й раз. В нем приняли участие свыше 19 тысяч человек. Впереди очередной год, наполненный новыми эмоциями и творческими победами. А консорциум в очередной раз поможет талантливым детям в осуществлении мечты о большой сцене. Маргарита Ивченко, Дмитрий Дубровский, Анастасия Руденко, Дамир Майкенов, «Вести», Астраханская область.